Наше частное агентство работает по-своему, по своим правилам и делает договора с частными лицами, которые ищут работу таким образом, что они не несут никакой ответственности за ту информацию, которую они предоставляют, и, соответственно, за то, что они берут плату за эту помощь. Вот, например, есть конвенция Международной организации труда от 1997 года, номер 181, в котором говорится, что те страны, которые присоединяются к этой организации, должны регулировать свои частные агентства, и за трудоустройство они не должны брать деньги. То есть в этом направлении наше государство никаких шагов не сделало. Я призываю правительство ратифицировать конвенцию.